Модель Hummer H2 в масштабе 1:43 от производителя Honeywell. Тоже очень интересная модель. Я, в принципе, не встречал Hummer'ов по такой доступной цене, вот в таком исполнении, в хорошем. Так что, в принципе, кто собирает внедорожники и хочет себе такой иметь джип, обратите внимание на данного производителя. Модель не имеет открывающихся элементов. У нее зеркала изготовлены отдельной деталью. Передние фары, они отлиты вместе с решеткой передней. Они такие, как покрыты хромом. В принципе, выглядят довольно реалистично. Они не сделаны из прозрачными, а тоже хромированы, но, в принципе, так воспринимаются довольно неплохо. У модели хорошо проработаны колеса, то есть имеется протектор, диск очень интересно выполнен, имеются отдельные металлические подножки, они выполнены из пластика. Извиняюсь, они выполнены из пластика. Также задние фары, они изготовлены вместе с задним стеклом. То есть это прозрачный пластик, стекло оно раскрашено черным, боковые вот боковинки, а сама фара она раскрашена белым и красным. В модели не раскрашенный салон, он черного цвета, но тем не менее довольно неплохо выполнен. В принципе, если самому раскрасить, модель будет очень-очень неплохой. Такое вот днище, также раскрашено. Отдельная выхлопная система, отдельные мосты. В общем, такой вот довольно интересный джип.